мясорубка нас ожидает. О, кузнечики приближаются. Вот здесь они сейчас распрыгаются душевно. Тоже растянулись, не знаю. Ой-ой-ой, как он летит, опасно. Тут лучше отойти. Как они переворачиваются, мы все знаем. Пылище, ребята. Ух ты, опасно маневрируют. Кузнечики, смотри, что приближается снова. Ой, блин, ой-ой-ой, ребятушки. Блин, я не знаю, камера сняла, нет. Жесть, вот это была жесть. Блин, вот далеко, когда находишься, не видно. Пипец, что творится. Это была жесть. Я не знаю, видно будет. На камере нет. Смотрите, что. Он даже там не вылазит, по-моему. Водителя не видно. Может, отсекнуться не может. Опасное соревнование. Как стадо бизонов летает по трассе. Все, вроде пилот вышел. Все нормально. Жив-здоров. А еще второй финальный заезд будет. Короче, краем. Да, я видел, я успел вроде снять. Наш полицейский УАЗик, смотрите, что херачит на все бабки. Стоп, 88 номер не дает ему продохнуть. 74 чувствует, что к заднице кто-то прилип. Пытается вырваться. Вот такие моменты. Можно. Ох, смотри, видите, как это. Ой-ой-ой-ой. Я тут опасненько нахожусь. Классная у меня профессия блогерская. Сыпало всего. Брер машина. Бедолага где-то. Что-то у него тяги не хватает, как будто бы тяжело идет. Раньше было короче. В отличие вот от этих двух. Вот борьба, смотри-ка, что. Очень серьезно, я говорю. Такую
такую битву интересно смотреть. Я весь заезд, похоже, одним кадром сниму. Везде, везде интересно. Вот, давай, давай, давай. Урал, Норислав. Чуть-чуть приступил. Ребята так растянулись, очень сильные отрывы, что я говорю, одним дублем, не выключая камеру, можно все снять всех. О, смотри-ка, что. Неужели 88-й благодаря 11-му обошел? А, вот сейчас будет жестко. Смотри-ка, что, как страсти кипят. Вот они, зрители просто хренеют. 11-й, конечно, маленько 74-му. Как говорится, поднасрал. Ой-ой-ой, вот сейчас главное не ошибаться. Что я и говорил. Все, видишь? Блин, вот я говорю, вот одна ошибка, и ты все три круга можешь первый ехать, но стоит чуть-чуть ошибиться. Так и получилось в данный момент, вы сами видели. Второго дверь просто болтается, как не родная. О, вот это жесть, вот это мясо. Блин, ребята, это надо вживую видеть, а не через камеру. Все, мы пойдем глянем. Что с тем товарищем, как помялся. США, первый финальный заезд. Пока катаются стандарты, пойдем прогуляемся, посмотрим, чем люди тут дышат в перерывах. Заодно перекусим маленько. С помощью молотка все ремонтируется. О, как новое, не бито, не крашено. Ищите на Авито новое авто. Чемпион готовится, набрал грязище. Ты чё так отстал? Чё, как всегда опаздываете, да? Нет, мы давно, мы же видели, мы тебя снимали. Просто я тебе говорю, ты чё отстал? Лёшке говорю, чё-то не видно наше. Ну как уж без нас, такое соревнование. Надо поздороваться для начала с чемпионом. Вот еще один чемпионский автомобиль. Салям, салям. Вы что там спите, что ли? Все соревнования в распите. Давай пакетик, я за чаем за первое и второе место. Желтенькие. Номер
наш уже спорт үшін әзірленген мақсус спорт. Мұнда енді ішінде кабинада орындықлар болмасқа мүмкін. Мұнда мақсус ұзықны күшейте тұрған темірлер үлінтерге ұшылуға. Әліге бізді нақшылы өптәрдікті барады. Ну, он бірінші номер біздің. Астында шығыш ясаушы Рейс әпенді. Жолай деп Минзеле. Уже празднует победу. Рафаэль Фаттахов. Минзеле шағары финиш. Бірінші. Екінші ұрып жетпіш. Бірінші номер Леонид Клюкин. Кумгур шағары. Тән бойлар сабасынан үшінші болып финишқа келді Рейс әпенді. Бұл біздің екінші финал ұзышылары. Әлігі класта әлі үшіншісі бар. Александр Рюхов, Пермь шағары. 22-ші номер Андрей Челнинский. Не хочешь ехать. Давай, уж до финиша чуть-чуть осталось. Вакилов нам. Нигадр машина с. Кисизлене. Последний участник. Мы еще не здоровались. Блин, такой шанс был, да? Варь, смотри-ка, что хорошо вырвался. Что-то я на этом участке сегодня даже не стоял. Это ведь это очень интересный участок. Именно поэтому. Вот именно по этой причине он считается интересным. Не варь, похоже, уже все, не догнать. Тут не ошибется. А, тут упорная борьба между двумя УАЗами и между двумя Нивами. Наверное, уже не догнать. Ух ты, смотри-ка, что стукает его, блин. Прям в наглую бьет. Они что-то вообще жестко бортуются. Смотри, что делает. Просто в наглую его. Все. Так, это наш Фаридик потерял.